господин Макото? Дорогая Эмма, спасибо тебе за все. Но я попробую разобраться с божеством Син. Не может быть! Нужно хотя бы размяться на случай сражения. Брит! Отлично, все получилось. Чего? Мы использовали имя Син, чтобы подчинить себе орков. А ты разрушил ее дом. Теперь ты познаешь гнев Син. Уже нападает! Ты непростой туман! Я смог увернуться? Огненное заклинание? Да мне от него даже щекотно не будет. А теперь тылом кисти! Лягушачий прыжок с апперкотом! Ах, ты гаденыш! Все кончено. Ты теперь заперт внутри воспоминаний. Я всегда тобой восхищалась. Ты мне нравишься. Давай встречаться. Мизуми? Так, стоп, погоди минуточку. Не надо. Не плачь, Хасагава. А? Так он прибыл сюда из другого мира. А? Это воспоминание? Что это? Никогда ничего подобного не видела. Хочу расспросить его об этом. Хочу все узнать. Тогда мы можем попробовать встречаться. Вдруг ты так в меня влюбишься? Что? Или ты против? Как же я могу ей отказать? Именно поэтому я и вступила в секцию по кюдо. Мизуми? Вот как? Это всего лишь иллюзия. Ведь на самом деле я лишь довел Хасагаву до слез. Син, спасибо, что показала мне, какой я на самом деле жалкий. Эй! Опусти, пожалуйста, кулаки. Уважаемый Макото, не хочешь заключить договор? Ты это о чем? Магический договор дает взаимную выгоду заключившим его сторонам. Приступим к ритуалу заключения договора. Для начала 50 на 50. Он оказался сильнее меня? 80 на 20. Наконец-то правильное соотношение. Но я практически у него в рабстве. С нетерпением жду наших приключений, уважаемый господин Макото. Шикарная красотка в японской одежде? Называйте меня самураем. Ты скорее герой, чем героиня.